На Смоленщине подвели итоги операции «Скорость». Всего за неделю на территории области выявлено почти 3000 нарушений правил дорожного движения. Почти половина из них – это превышение скорости. В Десногорске дорожной полиции выявлено 70 нарушений. В зависимости от границ превышения установленной скорости, слишком торопливые водители будут оштрафованы либо лишены права управления транспортным средством.